Амигосы, привет, иду на барахолочку. Вчера был у Манкевича, у Саши. Спасибо, Саша, за скидочки. Купил обалденный товарчик. Не знаю, покажу или нет, или уже в группе покажу в Телеграм. Посмотрите. Кстати, вы можете продавать бесплатно. Заходите в группу, Facebook, Telegram. Продажи хорошие. Нас больше 2000 человек. Вот, сейчас погодка такая. Дождь шел, ракеты всю ночь летали. Все как обычно. Сейчас посмотрим, что удастся купить. Машинки еще не продал. Сегодня заканчиваются торги. Спасибо огромнейшее всем тем, кто поддержал парня, который на реабилитации после травм, ЗСУшник. Мы за сутки там больше 400 гривен перекинули на карту супруги его. Спасибо, ребята, вам огромное. Я в группе попросил, и ребята поддержали. Кто сколько может. Кто 10 гривен, кто 15, кто 50, кто 100. Я лично 200 закинул. Не всегда есть возможность. Я заставлять не имею права. Поэтому я попросил, и ребята, всем спасибо, кто откликнулся. Каждая копейка им важна. Напрямую карточка там есть. Вот. Значит, друзья, что я хотел сказать. Интересный факт. Вот стояли у меня ручки бакелитовые на аукционе. У меня стояла самая дорогая цена, и у меня купили. Может, из-за рейтинга, не знаю. Ну, де-факто, да? Дальше. Когда выставляете на Виолете, на аукцион, да и вообще на любой, ставьте резерв обязательно. Обязательно. Потому что были у меня такие прецеденты, что тебе кажется, все, на 1000000% товар продастся, а он ни хрена не продается. Вот, поэтому ставьте резерв в любом случае. Вот. Уже знаете, как проверено потом и кровью, как говорится. Так, что у нас там, движуха есть. И не слушайте никого. Вот если вы, как я, занимаетесь долго, люди говорят, ой, это дорого. Ой, ребята, вот вчера продал 3 компаса жидких. 1050 гривен. Они везде стоят 200-250. А я продал на 10-15-20% дороже рынка. Как повезет. Вот как мать удача. Ну и плюс опыт, плюс терпение. Вот здесь главное выждать. Знаете, вот бывает неделя просадок, 2 недели просадок. Вот здесь самое главное выждать и не сделать фальстарт. Ребята, дружбан наш, смотрите, выхватил портсигар какой. Хвастается уже с утра. Невозможно это слушать, но у меня выхода нету. Ну вот, друзья, подписчик, а может, уже отписался от канала, я не знаю. Зовут его Виталий. Угостил кофе. Косица стоит. Спасибо, Виталий. Он мне, кстати, пару раз подарки делал. Но в этот раз ничего, кроме кофе. Кофе более дешевый. Кофе тоже подарок. Но все равно мы умеем говорить спасибо. Мы знаем, как это делать. Красиво сказано. Друзья, ты будешь при чем? Редчайшая монета у нашего друга на базаре. Посмотрите. 2500 гривен. Серебро. Оригинал. Такой монеты вы не встретите в интернете. Потому что... Ну, потому что она здесь у нас. Немножечко была дырочка небольшая. Но тем не менее. Дукач сделал. Класс, красивая. Друзья, вот такие 3 покупочки. Значит, корпус часов. Я думаю, что он где-то 301 гривен будет стоить. Накладка. И вот такой медальон из бронзы. Вот это все я за 200 гривен купил. Ну, какая-то прибыль есть, ну, такая. Чтобы, как говорится, потратить деньги.
друзья, вот такие машинки купил. Ну, за копейки. Тут солдатики еще. Не всегда получается все шоколадно купить и жирно. То есть, вот смотрите. Послушайте. Вот, например, эти... Сколько я взял? 8. Сейчас. Сколько машинок? 1, 2, 3. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да? 7. 7 машинок. На них я заработаю минимум 700 гривен. Минимум. Вот. А потратил я, получается, сегодня... Нет. А сегодня я потратил 600. То есть машинки отбивают все лоты. Еще какой-то плюс. Уже солдатики в плюс, корпус в плюс. Накладочка плюс. И кулончик в плюс, по-любому. То есть вот такая должна быть барахолка. Машинки хорошие, они такие толковые. Их, в принципе, покупают в коробках все. То есть, по-любому, я их по 180, по 200 они. Ну, по 180 поулетают. То есть, на каждой машинке 100-120 чистой прибыли. Не всегда, очень не всегда, что думаешь, вот сейчас придешь, а там жирно. То есть, какие-то риски есть однозначно. Солдатики взял пластик, там солянка, индейцы, ковбойцы, ну недорого взял, 150 гривен, викинги, вот, а завтра еще, может быть, заберу цинковые солдатики, матросы у меня закончились уже, сирена воет. Фух. Ну вот как-то так, друзья.